Я помню, Кшибара Махарадж в конце, по-моему, 90-х прочитал на одном из фестивалей или в начале 2000-х, ну, в общем, на одном из фестивалей семинар по трем гунам природы. И я помню, он очень хорошо показал, как проверить, что гуны действуют в моем сознании. Если я мыслю понятиями «я» и «моё», это означает, что гуны как бы движут человеком. То есть это «я» и «моё» — это ложное отождествление. Например, человек говорит: «Я тут сделал там то-то, я то, я это, я пошел, я это, я». Гуны природы. Поэтому преданные, когда даже вот они делают служение, они говорят: мы сделали служение. Потому что они понимают, что на самом деле, ну, в конечном счете, Господь дает санкцию, то есть Он действующий также. Он дает все необходимые шакти, которые я использую, просто я как деятель. Я лишь один из факторов деятельности. Есть еще гуру Парампара, да, который, ну, чья шакти, так сказать, вдохновляет меня и проявляется тоже в моих словах, может, в моем разуме. Поэтому кто тут действующий? Да, то есть это иллюзия, что я тут все сделал. Но человек под влиянием гордыни, то есть он думает, что я сделал это. Если что-то хорошее, то я сделал. Если что-то плохое получилось, то они виноваты. Он тот, не я, я-то ж хороший, я все правильно делал, но вот они. А вот так вот человек, люди как бы запутываются в этой иллюзии всей.